мабуть, даже президента. Возможно, даже на должности президента. Кем я бачу? Кем я вижу? Никем, потому что это так, пиар-ход от Бюта и все. Премьер-министром я бы ее бачил. Премьер-министром я бы ее видел в будущем, а сейчас это самый влиятельный политик в Украине, однозначно. Я не могу судить, будет ли она хорошим политиком. Возможно, она захочет продолжать работать, быть и дальше летчиком. Она, если я не ошибаюсь, народный депутат, поэтому до ближайших выборов лично я ее вижу народным депутатом. Никем. Никем. Я на эту тему не хочу даже говорить. Президентом. Президентом. Вообще-то видела бы лучше Юлию Тимошенко президентом, но может быть и Надежда Савченко. Справится. Женщины forever. Не знаю, кто это. Послом России? Международного от Украины. А в штабе она же... В штабе ее вижу. Она же офицер и должна где-то служить. Она знает ситуацию изнутри, она знает, что для этого необходимо, как расставлять какие-то приоритеты. И пусть помогает нашим военным.